Новый день 2022 года принес очередную потерю. Из жизни ушел актер и театральный деятель Михаил Лобанов. В его фильмографии более 15 ролей в кино. Он начал сниматься в 1972 году. Речь идет о роли Коли Квасницкого из музыкального фильма «Масштабные ребята». Следующая роль в кино была главной. Он исполнил роль сотрудника милиции Михаила Андреевича Мотылева в ленте «Дела давно минувших дней», вышедшей летом 1973 года. Также Михаила Лобанова можно увидеть в проектах «Профессия следователь», «Уходя, оглянись» и «Мятеж». В последний раз актер снялся в кино в 1989 году. Он сыграл роль драматурга Юрия Игнатьевича Леонидова в пятисерийной драме «Женщины, которым повезло». Помимо съемок в кино, Михаил Лобанов служил в театре. Он пришел в МХАТ в 1972 году. После раздела театра он стал служить в МХАТе имени Горького. В конце 80-х годов прошлого века Михаил Лобанов был приглашен на должность преподавателя в школу-студию МХАТ. Он преподавал актерское мастерство. В конце 80-х годов Михаил Лобанов был назначен художественным руководителем курса. В 1988 году ему было присвоено ученое звание профессора. Михаила Лобанова не стало 13 января 2022 года. Ему было 76 лет. Информация о дате и месте прощания с Михаилом Лобановым скоро будет опубликована на сайте школы-студии МХАТ. Светлая память актеру, режиссеру, театральному деятелю и преподавателю Михаилу Лобанову.